В данном уроке создание фильма из нескольких частей в Люмен, но обо всем поподробнее. Всем привет! С вами Джонни Кикс. Незнакомый с инструментом расширенный переход? Тогда рекомендую к просмотру урок про расширенный переход. Ссылка на экране, но продолжим. Перед нами главный окно программы. Для начала откроем один из предложенных полигонов, или, как в моем случае, зайдем в подготовленный. Дом, автомобиль и дорога. А что еще нужно? Конечно же, справа нажать на вкладку «Видео». Далее «Запись». Жмем на фотоаппарат, смещаем или нет камеру и жмем еще раз. Аналогично второй и третий ролики. После того, как они получились, слева жмем весь фильм. Здесь чисто обычная проверка того, как в целом будет выглядеть фильм и сколько он будет длиться. Далее выбираем первый ролик. FX, добавить эффект, в предыдущих версиях вкладка «Новый эффект», раздел «Сцены и анимация», расширенный переход, вход. Он появился слева от кадра. Жмем «Редактировать». Временная полоса имеет длительность ролика. Слева, с помощью увеличения времени длительности ролика, меняем его на длительность фильма, округляя в большую сторону. С помощью временной шкалы и инструментов перемещения и поворота создаем анимацию от начала до конца. Применю магию монтажа. В итоге анимация автомобиля выглядит так. И это касательно фильма, а не ролик. Первый ролик отображает лишь начало движения. А как же другие два ролика? Слева сверху меню, редактировать, копировать эффект. По очереди выбираем второй и третий ролики. Меню, редактировать, ставить эффект. Теперь он везде из сохраненной анимации. Выбираем второй ролик. Под кнопкой редактировать есть время смещения. С помощью Shift выставляем значения, равные длине первого ролика. Аналогично для третьего ролика, но там значение равно сумме длительности первого и второго ролика. Ну или если у вас больше ролика, то сумме всех предыдущих. Жмем весь фильм, смотреть. Единая траектория анимации, то есть движения. Никаких телепортаций автомобиля или его повторного прохода по одному маршруту, а также оперативность, то есть быстрота создания такой анимации. А на этом все. Понравилось видео? Не забудь поставить лайк и подписаться на этот канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Спасибо за внимание и до скорых встреч!